Поздний вечір Салента нас погоди не балует. Вот и кончилось лето, до свидания, Италия. Знаменитости – это когда ты стал, ну, героем, это когда тебя поздравляют, и, что, и ты что-то выиграл. Я помню только, как-то название чуть-чуть не помню. Паша – знаменитый певец. Все одного человека знают прям очень хорошо. Какого-нибудь певца. Я знаю его имя, но я его давно не видела. Дима Билан. Я слышала, некоторые по телевизору, а некоторые в телефоне мама включает. Они просто там, например, танцуют, играют, ну, роль, там разговаривают, поют. А я все летал, мама, так и знал, что мне лишь мало, лайла, лайла, лайла. Знаменитые люди, у них, наверное, деньги. Где-нибудь миллион или 3 миллиона. В месяц? Ну, да. Я думаю, что это получить кубок, а не там зарплаты какие-нибудь. А вот я видела, который дядя выступал, получил кубок с медалем. Можно попасть в телевизор. То есть можно спеть какую-нибудь чужую песню, которую уже спели? Нет, лучше придумать свою песню и ее спеть. Машенька и шла по лесу и заблудилась. Вот нашла бабушку, которая нашла. Хорошо быть знаменитостью, но когда это поешь, хорошо. А вы бы хотели быть знаменитыми? Да. Да. Для чего? Для того, чтобы не ходить в магазин и не стоять в очереди. Для того, чтобы всегда все делали хорошее тебе. Чтобы пропускали везде. Просто поучаствовать. И все удачно сделать на телевидении. Найду какую-нибудь песню в интернете, изменю ее, добавлю туда что-нибудь, спою ее хорошо и стану знаменитым. Громко и красиво, чтобы все слышали красивый голос. Глаза слишком как море корабли. Наджаться в тумане, мои комаря. Не надо бояться.